В эфире служба новостей «Саров-24» в студии Мария Посыпай. Здравствуйте. Смотрите сегодня в выпуске. Костюмированный велопарад, живая музыка и спортивные состязания. Саровчане отметили День России и День города. Счастливее нашей работы нет ничего на свете. Эмма Ивановна Арсеньева отметила 80-летний юбилей. Дома против администрации на стадионе ИКАР прошел благотворительный футбольный матч. Далее расскажем обо всем подробно. Подготовительные работы по сносу дома номер 16 по улице Гагарина планируют завершить уже в этом году. Напомним, что здание было признано аварийным еще в начале 2015 года. Расселение жильцов длилось около полутора лет. Общая сумма компенсации владельцам квартир составила порядка 30 миллионов рублей. В ближайшие годы на месте старого здания появится трехэтажный дом на 9 квартир. К другим новостям. Любители легкой наживы проникли в квартиру саровчанки и украли сумку с ценными вещами. При этом злоумышленникам не пришлось скрывать замок. Входная дверь была просто-напросто открыта. Подобные преступления все чаще появляются в поле зрения полицейских. Чем запомнилась прошедшая неделя сотрудникам правопорядка, расскажем в следующем репортаже. Саровчанка лишилась сразу нескольких дорогостоящих приборов и наличных денег. Злоумышленники забрались к женщине и в квартиру, и в личный автомобиль, припаркованный рядом с домом. Из ее квартиры, дом 36 по улице Зернова, при неизвестных обстоятельствах пропал планшет и 3000 рублей. Также из принадлежащей ей автомашины «Лада Калина» пропал видеорегистратор. Сотрудники полиции выяснили, что противоправные действия совершил знакомый потерпевший, ранее судимый гражданин Б. Он уже написал явку с повинной и решается вопрос о мере пресечения. А вот водителю «Лендровера», который устроил ДТП со смертельным исходом, на время следствия мера пресечения выбрана. Домашний арест. На улице Дорожной, напротив 55-го дома, водитель, управляя автомашиной «Лендровер» Discovery 4, не выдержал безопасную дистанцию до мотоцикла «Мотоленд» и совершил с ним столкновение, в результате которого водитель мотоцикла от полученных травм скончался на месте происшествия. С места ДТП после столкновения он скрылся. В ходе розыскных мероприятий владелец автомобиля был найден и на момент задержания находился в состоянии алкогольного опьянения. Как пояснил сам мужчина, выпил он уже после того, как устроил ДТП. По данному факту ведется расследование. О том, какое наказание ожидает водителей иномарки, узнаем совсем скоро. В центральном холле первой поликлиники появился администратор. Специалист поможет посетителям сориентироваться в графике приема врачей, объяснит порядок получения той или иной медицинской услуги, научит пользоваться информатом для самостоятельной предварительной записи на прием, ответит на любые другие справочные запросы. Администратор работает в часы наибольшей посещаемости поликлиники с 8 утра до 4 часов дня. Другая важная информация в подборке коротких новостей. В пятницу 15 июня в Саровском физико-техническом институте стартует приемная кампания. На первом этапе до конца июня документы будут принимать с 9 до 17 часов без перерыва на обед. 9, 10, 11 и 12 июля выездная приемная кампания будет работать в Дивееве, Первомайске, Темникове и Нижнем Новгороде. В этом году СРФТИ проводит прием на очную и очно-заочные формы обучения как на бюджетные, так и платные места. В Сарове стартовал ежегодный конкурс «Дорога глазами детей». Он призван сформировать стереотип правильного поведения на улицах и дорогах города через творчество и закрепить знания правил дорожного движения. Конкурс проходит в двух номинациях – изобразительное творчество и декоративно-прикладное искусство. Работы будут принимать до 20 августа в Клубе здоровья по адресу улица Силкина, дом 10/1 и в Департаменте по делам молодежи и спорта. О творчестве и преданности делу всей своей жизни – театру. 80-летний юбилей отметила заслуженная артистка РСФСР Эмма Ивановна Арсеньева. На сцене Саровского драматического театра актриса сыграла более 80 ведущих ролей. Вместе с этим Эмма Ивановна поставила немало поэтических моноспектаклей в литературном театре при Доме ученых. В течение нескольких лет Эмма Ивановна Арсеньева преподавала на театральном отделении детской школы искусств номер 2. По случаю юбилея артистки в Саровском драмтеатре прошла торжественная церемония. Люди театра занимают места в зрительном зале по особым случаям, будь то сдача нового спектакля или юбилей коллег по цеху. 80-летие заслуженной артистки РСФСР Эммы Ивановны Арсеньевой – праздник для всех причастных к театральному искусству. В этот день звучали теплые слова поздравления и благодарности за добросовестный труд и преданность любимому делу. Ну и, конечно же, аплодисменты. Дай Бог, чтобы еще долгие-долгие годы вы блистали на сцене, чтобы у вас были свои спектакли и чтобы у вас был свой зритель. 80 ярких лет жизни и столько же ведущих ролей на сцене. Эмма Ивановна училась актерскому мастерству у последовательницы школы Константина Сергеевича Станиславского, актрисы и режиссера Веры Павловны Редлих. Я
предпочитаю и во главу ставлю школу Станиславского, русскую психологическую школу, которую очень многие, которые поклоняются на Западе, очень много театров идут по этому пути и пользуются постоянным, неприходящим вниманием и любовью зрителей. Любимая профессия как смысл жизни. В театральном отделении детской школы искусств номер 2 Эмма Ивановна взрастила не одно поколение молодых актеров. И со всеми своими учениками она охотно делилась жизненным и профессиональным опытом. Получается иногда, что жизнь наша раздваивается. Одна жизнь на сцене, и она иногда занимает больше время и внимания, чем жизнь личная. И это очень опасно. Почетная грамота за вклад в развитие театрального искусства, цветы, подарки и творческий сюрприз от коллег. Свой юбилей Эмма Ивановна отметила, как и полагается, на сцене в кругу единомышленников. Стать зрителем шоу «Мыльных пузырей», принять участие в благотворительном марафоне и своими глазами увидеть выступление московской духовой кавер-группы. Саровчане приняли участие в большой программе, посвященной сразу двум праздникам – Дню России и Дню города. Началось 12 июня с костюмированного велопарада на площади Ленина, который в этом году разделили на два этапа. Подробности в следующем репортаже. На старт костюмированного велопарада вышли порядка 300 человек. Среди них бизнесмены, подростки, волонтеры, депутаты. Всем участникам велопробега предстояло проехать по проспекту Ленина вниз до Комсомольской площади и обратно. У меня костюм пирата. Я ежегодно в него наряжаюсь, чтобы участвовать в конкурсах, развеселить людей. В обычной жизни в таком наряде не походишь, и ты можешь спокойно погулять по городу, поездить на велосипеде. Зайцы, покемоны, пираты – это лишь малая часть персонажей, которые приехали на центральную площадь города. Каждый участник велопарада выбирал себе карнавальный костюм по душе. Одним из самых ярких персонажей велопробега оказался почтальон Печкин, роль которого исполнил Олег Важдаев. Костюм у меня, конечно, красивый, потому что это морская почта. Я же теперь на пенсии, жизнь счастливая, времени полно, вот и работаю на благо людей. Помимо велопробега, всех участников ждал праздничный концерт, где горожане смогли увидеть выступление военно-духового оркестра, войск Национальной гвардии и коллективов из города Заречного. А для маленьких горожан организаторы подготовили интерактивные игровые площадки со сказочными героями и шоу «Мыльных пузырей». Продолжилось празднование Дня России и Дня города в парке культуры и отдыха имени Зернова. Здесь для саровчан подготовили интересную развлекательную программу. Творческие мастер-классы, интерактивные площадки, подвижные игры на свежем воздухе – все это создавало неповторимую атмосферу праздника и хорошего настроения. Праздничная программа стартовала сразу на нескольких площадках городского парка, где каждый мог выбрать занятие по душе. Одни, устав от шума, отдыхали в тени деревьев и наслаждались классической музыкой в исполнении воспитанников детской школы искусств. Другие, наоборот, предпочли тишине драйв и живой звук. Выступление столичной группы «Brevis Brass Band» стало настоящим подарком для саровчан. Эта группа уникальна тем, что они не поют. Это кавер-группа, которая исполняет любые музыкальные произведения только лишь на духовых инструментах и с барабанной установкой. Солисты группы исполнили свои вариации современных хитов и любимых песен советской эстрады. Ребята из «Brevis Brass Band» создали настоящее шоу, соединив в своем концерте популярную музыку в авторских аранжировках, зажигательные танцы и оригинальную подачу. В стране от шумных творческих площадок проходила городская акция «Классика на каждом шагу». Это совместный проект нескольких учреждений культуры нашего города, который проходит в рамках программы «Благоустройство парка». Обновленные лавочки в городском парке на Центральной аллее будут расписаны цитатами известных классиков русских и зарубежных. Красиво оформить лавочки вызвались преподаватели детской художественной школы. В арсенале педагогов были трафареты и баллончики с краской. И спустя час подготовительных работ на скамейках, как на тетрадных листах, появились строки из бессмертных произведений. Цель была в том, чтобы саровчане предлагали цитаты, которые близки чем-то им.
То есть это не только природа, конечно, что-то нравственное, это какие-то понятия, которые помогают жить. Кроме традиционных аттракционов, работали многочисленные творческие мастерские, где дети могли своими руками создать поделку, поиграть в настольные игры и получить за это призы. На откуп юным художникам была отдана большая панорама Сарова. Краски и кисточки – это все, что понадобилось ребятишкам, чтобы превратить знакомые достопримечательности в сказочные. А на стадионе ИКАР собрались любители спорта и активного отдыха, соревнования по футболу и баскетболу, мастер-классы по воркауту и многие другие популярные экстремальные направления. В преддверии чемпионата мира на центральном поле открылась фан-зона. А главной частью праздничной программы на стадионе стал благотворительный марафон «Город единства непохожих». Любители автотюнинга приехали на проспект Музрукова побороться за победу на традиционных соревнованиях. Залог успеха, как рассказывают участники, тщательная подготовка и внимательное отношение к мелочам. Нужно пристрелять короб, чтобы система смогла продержаться именно, к примеру, 30 секунд замера. Вообще морально нужно подготовиться, на самом деле, потому что морально испытываешь такой стресс, когда туда выезжаешь. Ну, я не знаю, это нужно просто не передать словами. На смену децибелам звука из автомобильных колонок приходят композиции праздничного концерта в рамках благотворительного проекта «Город единства непохожих». Молодые талантливые люди с ограниченными возможностями здоровья выступают на одной сцене с творческими коллективами. Параллельно работают площадки благотворительного марафона и городских волонтерских отрядов. В год волонтера мы представили здесь площадки волонтерских наших объединений. Появились новые волонтерские объединения, спасатели, тоже их площадка пользуется популярностью. Волонтеры поискового кинологического отряда помогают полицейским и сотрудникам МЧС в поисках пропавших людей. Вместе со своими питомцами они прочесывают лесные массивы. В этом деле и от хозяина, и от собаки требуется определенная подготовка. Сначала на общий курс дрессировки, а потом увидели, что собака активно принимает участие в поиске. То есть на поиске интересно. Собака очень большой плюс приносит в поиске на самом деле. На площадках стадиона развернулись состязания по командным видам спорта. Завершился спортивный праздник на центральном поле ИКАРа – товарищеский матч между командами городской думы и администрации. Вместо зала заседаний стадион, вместо делового костюма – шорты и футболки. Сотрудники городской думы и администрации в день города провели традиционный футбольный матч. И хотя все игроки утверждали, что главное все-таки участие, а не победа, за мяч они боролись с настоящим спортивным азартом и не хуже профессиональных футболистов атаковали ворота соперников. За матч Александр Тихов не единожды спас свою команду, поймав несколько очень сложных мячей. Отстаивать спортивную честь Саровской городской думы он выходит не первый раз. Опыт за плечами богатый. Стоял и в воротах, и за нападающих играл. Депутатом трудится уже третий созыв. Уверен, футбол – это отличный способ найти в коллективе чувство локтя, понять тех, с кем вместе приходится решать непростые вопросы. И именно спортивное состязание как нельзя лучше показывает настоящий характер человека. Ты чушь для друзей, ты чушь его отдачу. Ты чушь, как он борется. Если он боец, он будет и в Думе боец, отставить интересы избирателей. Так и здесь, он отдается, он трудоголик. Заявив, что главное – это участие, команда городской думы с первых минут матча курс взяла все же на победу. В прошлом году в такой же встрече депутаты уверенно обыграли сборную администрации и всеми силами стремились закрепить успех. Но первый мяч влетел в думские ворота. Впрочем, уже в течение нескольких минут команда не только отыгралась, но и утвердила свое преимущество. На перерыв спортсмены уходили со счетом 2-1 в пользу Думы. Цифры на табло показали, что победа в игре все-таки важна. Она сплачивает команду, победа. Это успех, поэтому все за нее играют. Отдавать преимущество сопернику команда Думы не стала и во втором тайме. Один за одним, отправив в ворота сборной администрации еще три мяча. Страсти на поле кипели нешуточные. Как и в большом футболе, была борьба и даже спорные моменты, когда игроки обращались к судьям. Я человек с 4 лет, занимающийся спортом, и привык быть всегда побеждать, это уже внутри где-то, да, и поэтому сейчас вы видите, есть и нарушения, есть и грубые какие-то моменты, это спорт, да, вот, а спорт это азарт, поэтому в азарте где-то бывает, какие-то нюансы, что начинаешь пускать какие-то определенные жесткие формы. Итоговый счет 5-1, в очередной раз Дума обыграла администрацию города, но главные победители этого матча все-таки зрители, наградой для которых стала яркая игра и настоящие спортивные эмоции. Это все, о чем мы успели рассказать сегодня. Следите за новостями города на нашем канале в YouTube и в группах в социальных сетях ВКонтакте, Одноклассники и Facebook. Также вся актуальная информация на сайте sarov24.ru. В студии для вас работала Мария Посыпаева. Всего вам доброго и хороших вам новостей.